Элитное подразделение пожарной охраны, специалисты высокого уровня подготовки. Все это о службе пожаротушения, которой в этом году исполнилось 45 лет. Ульяновское подразделение начинает свою историю с 1973 года. Тогда в ее состав входило лишь 7 человек. Сегодня коллектив подразделения значительно вырос, но задачи остались неизменными. Служба пожаротушения – это высокопрофессиональные огнеборцы, на счету которых не одна спасенная жизнь и тушение сотен сложнейших пожаров. Здесь служат смелые и решительные, которые умеют не только грамотно руководить личным составом, но и принимать руководство и возглавлять работу на самых опасных участках. Служба пожаротушения Ульяновской области работает наиболее опытные и образованные сотрудники, которые руководят гарнизоном пожарной охраны в оперативном отношении, организуют проверки и обучение пожарных частей, также руководят тушением крупных сложных пожаров. Накануне сотрудников службы чествовали в областном МЧС. На площади перед зданием спасатели почтили минутой молчания своих боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга. После возложения цветов прошла церемония награждения лучших сотрудников службы. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.